так, друзья, сколько стояла машинка. Даже аккумулятор не сел. Ну, клемма снята была, аккумулятор хороший. Кто там спрашивал, где залупазлик? На месте он. Немножко здесь, конечно, болотце внутри. Трос подсоса, как до тюнинга, был неисправен, так и остался. Видите, жива машина. Смотрите, два братухи стоят, ждут покращения. Что-то будем делать, пока нет возможности, к сожалению. Просмотров нет. Прибыли копейки по сравнению с тем, что было, к сожалению. Ну ничего, сейчас TikTok пошел немножко. Так что такая вот обстановка. Я думаю, вы довольны. Колесики 235, впереди 215. Надо будет поездить. Тут у нас тоже все на месте. Желтого не трогали, не курочили, ничего. Все, все в оригинале. Машина редкая. Думаю, в ближайшее время тоже получится ее довести. Тут карбюратор, конечно, работает плохо. А так все неплохо остальное. Что вам еще показать в моем бункере? Давайте покажу, что у меня есть. Вот этот аппарат шикарный. Смотрите. Класс, да? В прошлом году мы его купили с Максом. Тоже пока стоит. Документами не решили пока. Но он ценный тем, что в хорошем очень состоянии кузов. Двигатель после капиталки в идеале, свечи выкручиваешь, они такие кирпичные, ну как в книжке написано. В общем, пока тоже ждет. Тоже ждет. Будем заниматься. А тут надо будет с задними торсионами, тогда сразу не сделали. Очень плотно втулки, я не помню, мы выясняли там и подкидывали более мягкие торсионы, там помните были версии, кто смотрел наши видео по этой машине, что мягче поставить будет подвеска. Не работает подвеска задняя. Ну, отчасти амортизатор чуть правильнее поставить, но это один вопрос. А второй, очень плотно втулки в самой балке, из-за этого нет возможности работать подвески, то есть оно закусывает. Ну, в остальном все огонь, сами видите, машина исправна полностью. Сейчас мы клемму снимем. Последний раз стартер я купил новый, он предыдущий лежит. Еще один у стартериста Вована. Такое масло последний раз залили. Когда-то на приз мне дали в Нежине. Первое место мы с Бородачом выиграли на гранде. Кто не смотрел, посмотрите. Нежин. Оффроуд забьете. Покажет там. Рубилово было очень яркое. Так. Ну что. Пока все. О, вот что мне надо забрать. Ладно, потом. В общем, все хочется сделать, доделать, но пока нет возможности, повторюсь. Сороковочка это к суровому обзагнать, чтобы студенты поупражнялись в плане работы, практики. Да и можно было бы кататься на каждый день. Тут сороковка, кстати, тоже хорошо работает. Стояла машина, наверное, года полтора, когда мы ее забирали, или больше. Тоже завелась, поехала. Ну, там педаль газа оторвана. Ну, такое надо. Тут состояние далекое от идеала. Ну,
как под оффроуд и под наше рубилово, то пойдет. Так, приехал я вообще за... Опа, закрыто. Приехал я вообще взять запчасти на Бэху семерку. Закрыл надежно на Бэху семерку. Что-то еще. Фонарь на Гранд Чероки сзади разбитый. Тоже где-то должен быть у меня тут. Торсионы от Луаза. В общем, такое по мелочам. Ну и будем все оживлять плавно. В общем, всем спасибо. Подписывайтесь, делитесь. Оффроуд с Чернигова будет вечером видео. А это так пока для тех, кто спрашивал, где звезда наша. Звезда на месте, все с ней хорошо. Будем кататься в скором времени. До встречи, пока.